Грузов, пострадавших от паводка, Среднеколымский район, будут доставлены до 25 августа. Об этом сообщил первый вице-премьер республики Алексей Колодезников. Отдельное внимание правительством уделяется селу Березовка, где доставка стройматериалов возможна лишь воздушным путем. По словам вице-премьера, наиболее приемлемым вариантом, который еще обсуждается, на сегодня является привлечение вертолетов МЧС Ми-26. Республика намерена обеспечить федеральное ведомство топливом, а также взять на себя расходы за аэропортные сборы и проживание экипажей. Напомним, всего в Среднеколымском районе от паводка пострадали более 650 человек. Потоплено 122 дома. Подсчет ущерба не закончен, но он уже составил свыше 250 миллионов рублей. $420 тонн. Это 140 кубов пиломатериалов. Линолеум у нас там идет, утеплитель. Это то, что по линии правительства из резервного фонда. Мы на эти цели предусмотрели 48 миллионов рублей. И у нас отправляет груз Минздрав для ремонтных работ в участковой больнице и ГУП жилищно-коммунальное хозяйство для восстановления тепловых сетей и ремонтных работ на котельной. Мы предусматриваем также увеличение объемов под Аргахтах и Сватай.